Здорово, чат. Добро пожаловать на продолжение индустрии. Сегодня у нас уже второй стрим из скольки-то там, не знаю там сколько их будет, но надеюсь, что немного, потому что хотелось бы все пройти побыстрее и перейти к чему-нибудь еще. Сделаем так. Значит, нам по задаче надо сейчас открыть ворота. Это значит, что будем сейчас... Маме! О! Добро пожаловать. Ты... А это значит, что... Сейчас будем ковырять. А-о-о! Понеслось. Не злоупотребляйте звуками, у вас же тайм-ауты, товарищи. Брент? Я только что вошла тут в здание за пляжем. Я правильно иду? Gotta put down his dog. Voy a la playa, ya subió la marea. Что ж творить это? Негодники. Не, ну тут... Yep. That's definitely a huge bitch. Так, фонарик есть, но давай фонарик, наверное, подрубим. Вчера мы уже увидели там здание, похожее на здание Брэдбери в Лос-Анджелесе. Я так понимаю, авторы-то вдохновлялись Blade Runner'ом. Are you sure about that, man? Fuck. Держать. Держать. Заряжай. Что-то повеселей, но развелось чат. Ну вообще страшно. Так, а ну давай. Не вылетай, только я тебя прошу, а то. Ну, вы понимаете, что игрушка периодически вылетать, конечно, будет. Не без этого, но я надеюсь, у нас все будет хорошо. Пока что можно заметить, что то враги начинают меняться. То есть новая локация, новые роботы. Что по законам, конечно, на геймдева было очень хорошо. Очень хорошо. Ну, очень. Очень хорошо. Заряжай. Зайдем с другой стороны. О! Господи. Сегодня нашел мод на второй резидент под названием Кенда мод. Вот, и там есть. Недавно вышел Кенда мод Director's Cut Uncut. Что, конечно, круто. Надо будет как-нибудь пройти. Но, ну, правда, конечно, там большая часть резидента -то стандартная, но некоторые моменты поржать можно. Так. Так, нашумели. Заберем все. Так, дробовик на место. Дробовик на место, давай. Так, прыжок. Эц. Хорошо. И тут сейчас все проваливается, падаю. Или не падаю, не знаю. Так, не вылетай, только я тебя прошу. Не вздумай. Сколько тут ребята, а? Так, ну я пока возьму, наверное, все-таки. 6 патронов на троих должно хватить. Плюс еще есть восстановление, так что давай отстреливать. Hello! Так, минус один. Я покатила его как.
Мяу. Угу. Ну, а пока там не барахтаются, все радуются жизни, я наверное, сейчас открою двери. Ждем стрим, ну, по данному моду, но я надеюсь, что доберусь еще до него. Последнее время я разучился как-то доставить моды на старые игры. Блять. Мне нужна снайперка, чат. Хотя бы так. Заряжай. Угу. Еще двое. Тут что-то дашь шмайсер взять? Давай шмайсер. Сколько вас тут? Вот. Господи. Неожиданно, чат, неожиданно. Брент. Брент. God damn it, Брент. Мать твою, Брент. Hello? Прием. I guess I'm lucky to be alive. Ну, походу, повезло, что выжила. Так, подлечиться надо, у нас здоровье на исходе. И еще одну давай, наверное. Жахнем. Так, хорошо. Патроны вроде есть, все есть. Надо сейчас пройтись, пособирать. Барахло все. Anybody home? Так, что там? Там можно открыть. А, щит. Так, не, ну я понял, конечно, надо пирамиду сейчас выстраивать. Хеопса тут. Может потом на нее встать. И забраться. Так, ну-ка давай. It feels like we're going in backwards. Ну, я думаю, отсюда залезу, но предварительно надо поискать лут. Без лута жизнь не мила, чат. Так, это... Отдай сюда. Так, СМГшки, хорошо. Светящаяся трава, это, конечно же, весело, но... Я не знаю, есть ли какой-то способ устранить это освещение? Я думаю, опять же, какие настройки? Типа ковырят, надо, чтобы это исчезло. Пока непонятно. Так. Ага. Ага. Тут патронов навалом, говорят. Не, ну это не игра, ну что это такое? Гоните все патроны, на которые у вас есть. Так, судя по всему, я все нашел. Давайте дальше идти. Открываем. Поехали. Опа. Не догонишь, не догонишь. Так, все. Тут порядок полный. Пойдем. Что ж такое с текстурами, блин? Что тут произошло? Опять-таки, кто освещение настраивать будет? Угу. Добываем лут. Добыча лута — это как добыча угля. Опять же таки, без кирки не обойтись. О, ключ какой-то нашли. Так, записка, значит, у нас аудио дневник, ну,
строителя, короче, рабочего. Сегодня сам Розендаль пришел к нам на строительную площадку на западных воротах. Какой же он все-таки почтенный человек, получается. Или заслуживающий уважения. Он всем пожал руки, осмотрел наши все инструменты, все это самое, и дважды проверил каждый кирпичик прям. Я думаю, что это там стена, этой стене просто нет аналогов по части инженерных навыков. Точность наших планов, получается, и то, как она спроектирована. Розендаль то действительно соответствует тем слухам, которые про него есть. Стена теперь в высоту 30 метров, и осталось еще 10. Я не вижу даже, как Атлас он сможет ее преодолеть. Ну, я, по крайней мере, на это отчаянно надеюсь. А я отчаянно надеюсь, что у нас игра не вылетит во время сохранения. Ну, вроде повезло. Так, ящички. Добыча лута пошла, значит. Раз. Не знаю, зачем, но нажму. Ага. Кто тут у нас? Кто тут у нас? Прямо ему светодиод зарядим. Как насчет тебя? Anybody else? Anybody else? Так, вроде как все. Что предлагаете? Тебе спускаться вниз теперь, что ли? It feels like we gone. А, понял. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Вот, рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы. На винтовку как раз. Надо зарядить. Вы знаете, как это в этой игре с анимациями, это если ли в том же Half-Life можно зарядить пару патронов и уже достаточно будет, то здесь пока вся анимация не проиграется, хер ты выстрелишь, короче. О, это мне. Спасибо. Спасибо. Мне очень приятно. Что-то подозрительно тут как-то, знаете ли. Так, чат, я на всякий пожарный проверю, не заработал ли захват через этот самый, через захват игры. Вроде как нет. Я не знаю, в чем прикол, но может быть новый источник создать. Ты capture specific window. Нет. Ладно, значит, на рабочий стол. Значит, пойдем. По-другому не захватывается. Не знаю, что за прикол вообще с захватом этим. Так, СМГшки. Винтовка. Ну, все как полагается у нас. Надо собирать. Угу. Сегодня второй раз уже был порыв купить Resident 4, но потом опять я вспомнил слова ваши о том, что то взломают ее, и потом пиратку можно будет взять. Я так и думаю, ну ладно. Да и как-то смотрю, то многие там жалуются, как бы, что то цензура это вся, и то некоторые моменты вырезали. Да. Я про него. Про четвертый. Все-таки, ну, 1000 это довольно большие бабки, это самое, да, и я бы на них пожрать купить мог себе. В смысле ты поранилась, женщина? Ты чё? Так, мы тут, по-моему, не дернули рычаг, да? Ага.
1-2, окей. Чё, это шафт один? А, у нас ручек, наверное, нет. Ну ладно, пойдем на первую. Вот, пройдемся. А. Holy shit, no. Так, это бомбы. Это бомбы, чат. Оу. Отбивайся, родимый. Заражай. Ля, как несется. Бешеный конь. Что-то без головы не работает, да? Сынок. Да, я понимаю. Так, понял. Это работа для снайпера. Кто еще? Давайте. Без головы, ублюдки. Заряжай. Мистер Стелсер. Так. Куда побежал? Куда побежал, куропатка? Не, у него, конечно, нюх на прицел прям. Чувствует жопой. Да зарядишь ты полностью, да? Make every bullet count. Заряжай. Да ля, сколько их прет вообще? Сколько вас там, сволочи? Бесконечный чат. Думаю, надо бежать. Другого шанса не будет. Так. Так, что-то дернуть надо, наверное. Так, и надо выпить. Тут целый завод, да. Такое ощущение, как будто весь он сборочный цех, блин, вылез. Блять, я их слышу. Сейчас. Дергай. Так, первый дернул. Первый дернул, первый пошел. Так, тут не перепрыгнуть, но может быть. Сейчас. Дробовик нам. Помощь. Пошел в жопу. И ты пошел в жопу. Fuck off. You son of a bitch. Что ты там? Рейджиш. Rage against machine. Так, пока вроде отбиваемся, чат. Дайте наверх подняться только. Нет. Падлы. Бесконечные походу. Так, смыкай. Смыкай, сынок. Так, на что у нас? Оп. 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 Дайте барахло. Да, вроде целый. Ну что, поплыли? Оп. Так, что-то еще. Где у нас еще осталось? Лифт? Лифт не работает.
Откуда вы ползете, падлы? Что делать? Внизу нажать, наверное. Может, не будем? Ай. Чё нажимать-то? Заряжай. Да пропустите. Нет. Нет. Ой-о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 й-
Зачем я дергал это все? Что мне это дает? Погодите. По два раза дергать, что ли? Кошмар, что творится, блин, они наступают. Fuck off. God damn it. Типа на время надо, что ли? А ну давай. Точно. Фух, так, ладно, все, ушел. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел на лыжах. Пару глотков чая и в бой. Так. Ништяки. Запасы надо пополнять, что-то. Говорят, полезно. Так, батарейку взяли. Что у нас по этим самым, по вагонам? Никого ничего не делал. Угу. Сохранение, отлично. Радует, что сохранения раскиданы нормально по этим самым локациям. Судя по спокойной музыке, у нас сейчас период затишья наступил. Должно быть, это здание Брента. А, то точно, синее здание, он говорил. На крыше фотография должна быть. Фух, о, господи, чуть не вылетел. А. Блин, ну и холодина тут, а. Так, это я заберу. Журнал Йозефа Освальда, 4 из 5 уже, да, у нас есть. Это 28 сентября 93-го. Пока я пишу это, там мне пришлось заткнуть уши. В противном случае я бы не смог вообще сосредоточиться ни на секунду. Птицы слишком громко поют, и вся моя квартира теперь забита птицами в клетках. Я выношу их, опять же, по мере возможности, но они появляются со всего, ну, каждые несколько часов. Я пытался их уже и выбрасывать, и птиц освобождать. Ничего не помогает. Если ситуация не поменяется, то я с ума сойду. Я слышу их всю ночь. По крайней мере, мы да, теперь опять-таки восстали ли против Розендаля. На моей стороне сейчас большинство всех консервативных политиков, получается, и в начале следующего года тут будет проходить референдум, который будет решать, опять-таки, выключать ли машину. Я уже не могу дождаться. Йозеф Освальд. Йозеф, это ты тут начудил? Сволочь.
пристрелю. Так. Работаем. Угу. Замуровали демоны. Так. Нам надо пробраться на крышу. Судя по тому, что описал Брент, все находится там. Плюс лут. Заперто. Повыше тогда идем. Следующий этаж. Чисто. Ну, похоже, уже мы последним дошли. Угу. А крышу, значит? Давай. Отвали их на бок, ломаем бибу. Ломаем член. Так. Что это за шар такой? Интересный. Я уверен, если бы кто-то из жителей моего города посмотрел на эти кабеля, он сказал: блин, сколько ж тут меди сдать можно, ёлкарный бабай. Я был бы богат до конца жизни. Брент, ты слышишь меня? Да, слышу, но плоховато довольно. Я на крыше твоего здания, и тут куча парников. Но связь вроде неплохая тут. Окей. Ладно. Моя старая квартира находится на крыше. Я поняла, но... Здесь весьма тихо, так? Угу. Так, запись. Что у нас? Ага, тут уже показывают, то, куда заходить. Так, получается, хижины Брента, та, судя по всему, какая-то та электросистема питает замок. Если я смогу ее выключить, я смогу пробраться внутрь. Походу придется искать опять вот эту ту установку, которая питает все. Может быть, даже вот это она и есть. Хотел бы я сейчас поиграть немножко на геймпаде. Как-то плавности хотелось бы камере придать. Чтоб киношно было. Блин, какая красотища, чат. Смотрите, как классно. Ага, клетки. Так. Угу. Вафли какие-то. Не знаю, что это вообще такое. Так. Что тут у нас? Празднование, короче, под названием индустрии. Типа, дорогой Ганс, значит, сегодня я посетил демонстрацию в институте Хакавика. Я не до конца понял, про что она была, но ходят слухи, что про новые технологии, разработанные, чтобы улучшить каждый аспект нашего города, по их словам. И я даже представить не мог, что такое возможно, типа. Вот. Толпы людей, короче, завалились в институт, пытаясь выбрать себе местечко получше, чтобы рассмотреть машину. Но это было неважно. Даже еще до демонстрации можно было слышать, как она нагудит на все здание. Такой, говорит, звук я такого вам звука еще никогда не слышал, получается. И как только демонстрация началась, машина начала источать какой-то получается, испускать молнии, типа. Они называют это революцией, и
увидев это своими глазами, я могу лишь только согласиться. Это твой друг Волькер. То, либо Фолькер, не знаю, как правильно. Чертов немецкий язык. Так. Тут прям целые ходы такие тайные. Ага. Крысы вышли. Что предлагаете? Ветряк поломать, что ли? Вроде как нет. Так, сейчас. Как-то наверх можно... А, лестницу не заметил, чё-то. Слепой, короче, немножко я сегодня. Так. Нет, 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 все еще горит. Все еще горит. Загорелось. И так, сейчас я попробую. Так, понял, нельзя. Так, нельзя, чат. Придется сейчас выходить аккуратно назад. Но чувствуется мне, что по пути обратно какая-нибудь сейчас хрень выскочит, может. Мне страшно. Так, ну я пришел. Я внутри. Что? Что ты видишь? Well, ну, a bed, а кровать, a blanket, одеяло. Keep talking. Рассказывай дальше. Прошу тебя. The... Снаружи видно ветряк. The sun on the carpet. На ковер падает солнце. Leaves on the wooden floor. На деревянном полу лежат листья. Here's a photo of... И здесь two... фотография двух счастливых людей. Да, это она. Я хочу, чтобы ты ее забрала. Ты можешь описать, что на фотографии? It looks like winter. Похоже, что тут зима. На заднем плане не виден блошиный рынок. Женщина смеется. И мужчина на рядом с ней и выглядит как самый счастливый человек на земле. Я вижу спокойствие, Брент. Ты можешь взять фотографию с собой на море? Там есть могила. Там не похоронена она. Положи, пожалуйста, ее на плиту. Я буду перед тобой идти в долгу. Спасибо, Нора. Я этого не забуду. Блин. Что ж, так вы... На слезы это провоцируйте, боже. Осики пожарный чат. Как такое озвучивать-то? Так. А? Так, еще на записке. Спасибо. 3 января 94-го. Это уже пятая записка к Йозефа Освальда. Птицы. Непрекращающиеся атаки Атласа усложняют жизнь всем нам.
Птицы. Я не могу ясно мыслить. Да? Референдум отменили ли, когда Мангофиск был захвачен, получается. Это неплохо. Надо как-то все это прекратить. Йозеф Освальд. Судя по звукам, это что-то большое, чат. Ты? Ладно, думаю, справимся. Эти звуки, блин. Что предлагаете? Это забираться по пирамиде, что ли? Нечего. Тут где-то должен быть какой-то другой выход. Где-то должен быть другой выход. Кто-то упустил. Так, стоп. Это машина была тут вообще или нет? Так, ящики. На вагон типа забраться надо. Ну блин, дайте на вагон забраться. Давай. И... Так, тут никого. Я рискнул, может быть, тебе какой-то шкаф. А, нет, я так и думал. Шкафы проверять вообще тут бесполезно. Пустая трата времени. Так, короче... этот самый. Это полевой отчет о воротах. Значит, суббота, 11 февраля 2000-го. 10:46, северные ворота, Хакавик. Позиция закреплена. Войска, короче говоря, на, ну, в полной боеготовности, короче. Там множество пулеметов установлены, чтобы держать... Ну, тут жестянок, опять же, подальше, скажем так. 22.04. 15 из моих солдат просто растворились в воздухе за несколько секунд, когда волна войск Атласа прошлась по мосту. Те, которые все-таки выжили, получили серьезные порезы. И шанса как-то их вылечить уже не было. Ну, 4.16. Держаться больше нет тут никаких шансов. Но единственное, что то еще заставляет нас не сдаваться, это тот факт, что они не получится эвакуируют сейчас сотни человек то через южные ворота. Пока что тихо. Слышно только чаек. Офицер Сендер, да, это королевская армия Хакавика. Угу. Воу. Ну. Ага.
Ворота кто-то хорошо смазал ВДшкой. Вообще не скрипят, чат. Классно. Так, теперь как мне быстренько спуститься на пути мои? А, ну вот, да. То есть я спрыгнуть могу отсюда, нет? Ну дайте спрыгнуть, а. Что ж вы так? Не, ну должен быть способ, чат. Должен быть способ. Я недостаточно высоко прыгаю. А если какой-нибудь ящик найти? Или, может быть, надо пораскрывать еще несколько этих самых? А, окей. Тогда порядок. Я ж... Нора, ты слышишь меня? Прием. Нора, ты там? Да-да-да, да, я там. Ты добралась уже до поезда? Мне определенно приятно слышать тебя. Да, я добралась, и ворота открыты. Слава богу. Если ли поедешь дальше по путям, то доберешься до ворот города. Наконец-то. Ладно, я свяжусь с тобой, как только доеду. Так, что, поехали? Чучу. Ну, все, понеслась. Хорошо, эта локация пройдена, чат. Чему я несказанно рад. Хочу увидеть, что будет дальше. Честно вот сказать, конечно, хотелось бы, чтобы было большее разнообразие в материалах и в архитектуре. Но я имею в виду, конечно, разнообразие-то есть. Но как-то блекло все, знаете ли. Местами интересно, местами не очень. О, нет, снова туннель. А, нет. Брент. Судя по всему, покидаю город. Тут только что проехала ворота. Это хорошие новости. Ты почти уже выехала. Связь сейчас, наверное, пропадет. А как же ты? О, за меня не волнуйся. Я крепкий малый. Дай мое место здесь. Но раз ты так говоришь, что... Да береги себя, хорошо? Я бы без тебя не справилась. Мне было приятно снова услышать человеческий голос спустя столько лет. Ну а теперь давай. Ищи Уолтера. Желаю тебе лишь только удачи. Спасибо, прощай, Брент. Auf Wiedersehen, Нора. Что так момент портить этот? Блин. Так, стоп. А он сказал на пляже положить фотографию. Мы... Чат, вы где-нибудь у пляж видели вообще или нет? Так, тормози. Нет. Я точно не положил. Или пляж дальше будет. А, блин. Я так и не понял, опять же таки. Ну, вроде других же путей не было, так ведь? Ну, может быть, я пропустил что-то? Ох, если пропустил, я себя не прощу за это. Блин.
Угу. Тут людопад у нас, короче говоря, народ. Падают люди. What are you saying? I really thought he could do it. Now he hides away. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hey, hey. Да. Ты понял. Запала. Запала идея. Клянусь, чат, я не подсматривал. Ага. Так, поближе подойдем. Что ты натворил? Уолтер. Хорош дурачиться, вставай давай. Или теперь Уолтер и стал Атласом? Типа подсоединился к нему, чтобы контролировать его, что ли? Понял. Фуф. Метафоры. Метафоры, чат. Слишком много метафор. Let me out of here. Чат, как резко все поменялось, а? Welcome to the rice fields, motherfucker. Нет, меня так уже не испугаешь, не, не. Hello, motherfucker. Так, судя по всему, туда сейчас надо будет идти. So that's where you are, Walter. Так, значит, вот и где Уолтер. Типа, мы думали, что он находится в церкви, так что, наверное... Не, ну, мне кажется, его тут не будет. Это по-любому какая-то та другая зацепка сейчас, и еще там 200 уровней. То тысячи падающих людей. Chips fall. Chips are falling. Замуровали демоны. И что ты хочешь сказать? Тебе не никакого во входа нет, что ли? К чему туда это здание? Так, кто тут? О, он был здесь. Он определенно был здесь. Так, и фотографии копируют себе, постоянно берет. А, то есть это... По-моему, это источник энергии, да, который он там, типа, запитал. Музяку слышу. Не, конечно, офис на природе идея хорошая, да, но ненадежная. До первого дождя. Так. На свежем воздухе зато. Работа. Никакого
никакого стресса тебе. А? Судя по всему, нам сюда. То есть он, ну, пытался воссоздать эти камеры вот эти, да, где, где, ну, где 24 дня, 48 и так далее. Мы это уже видели. И чайничек за ними. То есть получается, это бывший центр, что ли? То есть теперь от этого центра только вот это осталось? На месте города. Ну, просто, ну, если посудить, те камеры здесь находятся. Солнце светит в правый глаз. Пляж. Не, сейчас, ну, все нормально, пляж здесь. Значит, мы сможем фотографию оставить. Я надеюсь на это. Открывай давай. Я надеюсь, мы после этого вернемся еще на пляж. Я только сейчас подумал, как бы нажал, а вот. Ха. Уолтер? Уолтер? Господи, Уолтер. Да ты посмотри на себя. Что с тобой сделали? Что это такое? Нора, сюда. Уолтер? Что? Тут Уолтер? Что? Но... Не бойся, подойди сюда. Верь мне, Нора. Я не понимаю. Я намеренно... Не помешало Атласу вначале. Погоди, ты что? Я хотел, чтобы наша программа прогрессировала. Лайтак, я узнал, что она способна обучаться. Я позволил ей впитывать все знания, которые то только можно было. Погоди, но какой ценой? Ну, несомненно, высокой ценой, но... И потом наступило 9 ноября. И я понял, что этот день изменит все для ГДР, и это была единственная возможность узнать, что Атлас задумал. Погоди, я не понимаю ничего. И потом я стал королем Розендалем, и меня тепло приветствовали там люди. Так, Уолтер, хватит, да, не может быть этого. Уолтер, перестань, да не так все. После многих лет, опять же, борьбы, получается, с пожарами, я продолжил заниматься наукой, но теперь-то для Атласа я паразит. Господи, Уолтер, ты скажи мне, что ты в этом не виноват. Теперь я глубоко внедрен в Атлас, то ценой физической формы. Это небольшая плата за то, в чем я виновен. Почему просто-то не уйти? Мы вернемся назад, все будет хорошо. Уолтер, пожалуйста. Слишком поздно, Нора. Мы застряли здесь. И библиотекари хотят все исправить. Я даже не знаю, кто они такие, опять-таки. Где мы? Что происходит? Где было последние 20 лет, Уолтер? Я знаю, у тебя много вопросов. Но время на исходе. Нет, 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 ты снова в атак не поступишь. Не бросай меня снова. Я не хотел тебя в это втягивать. Не бросай меня, прошу тебя. Хватит. Мы еще увидимся, Нора. Я обещаю.
Я так и не положил фотку, блин. Сейчас. Мы вернемся туда, да? Мы положим фотографию. Тут нельзя бросать так. Не вернемся, что ли? No. Не. Интересная, конечно, игра. Ничего не хватает, а не хватает яркости локации. Я бы хотел, чтобы они были более запоминающимися такими. Не, то есть плохо, что не положили. Ну да. Сейчас, думаю, мы переиграем этот сегмент. Я схожу обязательно на попробую отыскать пляж. Я просто как бы не смогу это. Ту игру потом удалить, если я не положу эту фотку, блин. Не, ну, интересно. Интересно было все, конечно. Но хотелось бы большего на самом деле. То мне бы хотелось. Хотя вроде как намек есть на продолжение. То он сказал, что еще увидимся. Может быть, продолжение будет, опять-таки, индустрии. Пока что локации. О, нормально. Ну, короче, спасибо, то выражают всем, типа, да, все такое. В общем, хотелось бы более разнообразных локаций, больше сюжетных каких-то вставок, но хотя вроде как радиопереговоры были достаточно плотно набиты, и записки тоже. Но все равно какое-то это чувство, не знаю, одиночество было, что ли. Так. Продолжить. Так, и мы остановились. 22:44:46. Сегодня не 22, да. Так, сейчас попробуем. Ну, с другой стороны, я свое любопытство удовлетворил. Теперь можем быстренько пройтись на пляж, положить фотку. Чё-то Уолтер совсем тут поехал, короче. Мы в какой-то жопе, чат. Так, туда пока не пускают. Ну, я попробую обойти дом, наверное, на с другой стороны. Или, может быть, те на тот холмик надо сходить. Сейчас посмотрим. Кажется, я вижу спуск вниз. Или это просто лавка. Так. Не с этой стороны, чат. Ладно. Сейчас посмотрим. Так, стойте, могила. Так. Стоп. Так, стойте, могилки. Хьюга. Вот она. Марлин Брэнд. Радио пробивается. Фух. Ну, теперь моя совесть чиста, чат. Что могу сказать? Ну, все равно какая-то печальная концовка, как я вам скажу, на самом деле. Что-то непонятное происходит. Что мы еще могли увидеть-то? Walter?
God, Walter. Look at you. What did they do to you? What is this? What? Walter? What? But... Don't be scared. Come here. Trust me, Nora. I don't understand. А что, если я не пойду? I purposely didn't prevent Atlas in the beginning. Ну, то же самое. Wait, you what? Ага, то есть он такой, типа... Ага, и фонарик к ней включается, чё. Ну, дайте мне ствол, я пристрелю его к чёртовой матери. You what? What did you do, man? What did you do? Wake up. Grab a brush and put a load of makeup. Ладно, я понял. Меня, короче, ничего дальше не пустят. Я пошел. What? Да. What the fuck? Ну, вот, короче, хотел, чтобы программа прогрессировала, поэтому, когда узнал, что она может обучаться, то Walter, wait, мы, короче, заключили, типа, договор. Я позволил ей впитывать то все, что только можно. Я пока что переведу те части, которые ты мог не успеть. No, wait a second. I don't get this. Walter, stop! This can't be, Walter. Please wake up. This он говорит, что он народ пока века даже не подозревал, что я именно был виноват во всем. И потом, короче, продолжил, говорит, ну то заниматься наукой, но пока что я паразит. Walter, please, you didn't do any of this. То так же, как и Атлас, говорит, паразит для этого мира, типа. Why can't we just leave? Why can't you just wake up and we'll go back home? It'll all be fine. Walter, please. It's too late, Nora. We are stuck here, stuck, and the librarians helped us fix it. I don't even get who they are. Where are we anyways? What the hell? Where was I for the last 20 years, Walter? I know you have so many questions. But time. No, you're not doing this to me again. You don't leave me again. I never wanted to drag you into this. I'm so sorry. Don't leave me! Please stop! I'm so sorry. We'll see each other again. Окей, ну, более-менее как бы разобрались. Думаю, тут уже не стоит, опять же, повторять еще раз эти титры несчастные. В смысле нельзя выйти? Понял, чат, короче, титры нас не пускают. Я думаю, что бы дальше еще пройти? У меня... несколько проектов осталось. Вот сейчас я, может быть, опять же посмотрю, какие у нас еще есть варианты. Но для этого придется закрыть игру. И уже 11 вечер. Вчера, думаю, заканчивать, наверное, сегодня будем. Все-таки час лишний ничего не даст. То может быть лучше в субботу. Ну, завтра, то есть. Немножко больше времени выделить на стрим. Заодно нормально подготовлюсь. Тут не будем сидеть, перебирать по 20 лет, распаковывать игры и так далее. Вот я уже буду готов тогда нормально. Может быть, что-нибудь из PlayStation запустить? Из первой.
я думаю. Мы до сих пор еще не прошли Томмицурну. Опять же, то надо довести ее до конца взять. Помимо Мицурны, ну, пока что каких-то тут висячих вроде игр как бы не было. Поэтому думаю, наверное, все-таки Мицурну это сам. Я попробую тогда еще поставить чит энджин и отмотать это время, или же просто это перепройти, наверное, еще раз с третий день. Блин, не хочется, но я хочу узнать, что будет дальше, как бы, да, в этом плане. Потому как сами не видели, какая игра там на самом деле. Вот. И близится конец месяца, а может быть я все-таки потом уже, когда придет зарплата, раскошелюсь на резидент. Хотя стримить его, конечно, будет непросто. Потому что придется стримить именно с самого шлема, а не с компьютера, как бы имеется в виду. Вот. А это значит, что стабилизации картинки не будет. Опять же, будет то трясти, как паралитика, блин, несчастная какого-то. Ладно. Ладно. Так что пока, наверное, остановимся и продолжим как-нибудь со следующего стрима. Спасибо всем. Sorry, bro, I almost forgot. All right, good night, bro.